Учимся рисовать фигурные стрелки. Такая форма стрелок актуальна для маленького подвижного века, закрытого складкой. Сначала нарисуйте обычную стрелочку, а потом на месте ее преломления, которое вы увидите при открытых глазах, нарисуйте вытянутый ромб. Тогда стрелка не будет выглядеть сломанной. Украсить стрелку можно при помощи цветных подводок. Сверху над черной линией проведите тонкую цветную. Во внешнем углу глаза под нижней границей стрелки добавьте еще один цветной штрих. В данном варианте мы используем бирюзовые и зеленые тона, подходящие под наряд. Отличным завершением образа станет полуматовая помада чувственного бежевого оттенка.